крупные турниры всегда пульс на пределе и большой куш по итогу. Это знает Диана Туктамысова. 12-летняя спортсменка входит в десятку сильнейших шахматисток Молдовы и Приднестровья. Несколько дней назад на международном турнире онлайн «Гамбит Кубок Вызова» в своей категории школьница забрала первое место. Участники из Марокко, Катара, Непала, Турции, Сингапура и Европы. Всего 17 стран. Из-за лимита на число участников от Приднестровья бились лучшие. Наша ученица Диана Туктамысова заняла первое место, набрав 7 очков из 7. Результат достаточно высокий, потому что детей играло очень много. Ее группа была большая, достаточно 49 человек. Набор в секцию шахмат всегда большой, говорят тренеры. Многие родители знают, что это поможет в учебе. Вот только чтобы удержаться, нужен талант и стремление добиваться победы. Перед турниром хотя бы за 5 минут надо просто посидеть одной, чтобы никто не отвлекал, настроиться на партию. Хочется выиграть, потому что ответственность очень большая. Диану Туктамысову в ближайшее время ждет еще одна награда. Несмотря на свой юный возраст, ей присвоят кандидата в мастера спорта. У нее характер, во-первых, такой боевой. Вообще она хотела на такие виды спорта, как бокс или борьба, она это самое. Но у нее было это самое ограничение, потому что немного с позвоночником были проблемы. Сейчас она вот победила в этом турнире. Я просто был в шоке. С дедушкой спортсменка играла поначалу, а сейчас на карантине ищет соперников посильнее онлайн. Кстати, чемпионат Европы по шахматам так и провели. Впервые в истории в сети. В результате приднестровские спортсмены попали в топ рейтинга. Лучшим из наших стал Сергей Токарев. Из 1000 шахматистов он на 17-й строчке рейтинга. Спортсмен провел 15 партий, причем на последних этапах его соперниками были мастера международного уровня. Там очень серьезный состав, и все гроссмейстеры били за хорошие призы. Первое место, допустим, приз был $1200. Несмотря на то, что онлайн-чемпионаты – это удобно, не нужно отправляться в другую страну, спортсмены ждут офлайн-турниры, чтобы ощутить настоящие живые эмоции. В конце цейтноте есть такой термин шахматы, когда остается мало времени. То есть человек должен сам двигать быстрее шахматные фигуры и сделать точные ходы. Что, естественно, когда играют в шахматы онлайн, есть ребята, которые молодые, которые обладают сумасшедшей скоростью с мышкой и хорошая мышка. И они делают очень быстро, там могут сделать 10-15 ходов за секунду. Только за секунду, там 20 ходов даже могут за секунду. Вот. То, что мы не можем, допустим, я не умею так быстро реагировать мышкой. Спортсменов карантин не сломил. Многие поднабрали силы, готовы побеждать. Это хорошо, говорят тренеры. Есть запал, будут и победы.